всіх в ефірі. З вами найжіночніше ток-шоу «3G плюс М». І з вами я, Катя Лунгул. Люди розмовляють різними мовами, вживають різну їжу і переживають інакші емоції. Однак мільйони жителів на планеті поєднує одна річ. Вони всі дивляться порно. Давайте будемо відвертими. Усі люди дивляться порно. І начебто з однієї сторони немає нічого поганого. Доросле кіно дозволяє нам фантазувати, візуалізувати найсміливіші бажання. Як же порно впливає на сексуальні відносини пари і чи губить порнографія секс? Про це і більше сьогодні говоримо з нашими гостями. Я вже готова їх представляти. Альбіна Печена, психолог. Доброе утро. Тетяна Чорна, сексолог. Доброе утро. І, звичайно, чоловіча думка – це людина, яка багато років знаходиться у шлюбі, ресторатор Віктор Душак. Здравствуй, Катя. Здравствуйте всі. Знаєте, сьогодні досить інтимна та неоднозначна тема. Про неї дуже багато говорять, в інтернеті можна прочитати купу інформації. І хочу розпочати з цікавої статистики. Послухайте. У кінці 2019 року всесвітньо відомий ресурс Pornhub традиційно підбив підсумки минулого року і представив цікаву статистику. Сумарно у сайті 42 мільярди відвідувань. Тобто в середньому це 115 мільйонів на день. Щоб ви краще уявили собі цифру, як говорить сайт, 115 мільйонів – це більше, ніж населення Канади, Австрії, Польщі і так далі. І згідно з цим же звітом, порно дивляться у всіх куточках землі, найбільше у США, Японії, Британії. І ми, як Україна, посідаємо йдемо у списку топ-20 країн, в яких ресурс відвідуваний найчастіше і займає почесне 16 місце. Тобто з цього випливає питання, чи порно впливає на сексуальне життя? І ми починаємо, Вітя, з тебе. Ну, во-первых, є чим гордитися вже, 16-е місце. Ну, прекрасно. Я згодна. Вот. Як воно впливає на сімейне життя? Да. І взагалі це впливає? Ти дивишся порно? От чесно. Ну, нет, ти ж сама сказала, що нет людей, які не смотрять порно. И другое дело, что в силу каких-то обстоятельств, я не знаю, раньше, конечно же, я смотрел гораздо чаще, но последний раз я уже не помню, когда это было. Старею, наверное. А не было у тебя думки, что, ну, можливо, треба подивитися его? Я как-то посмотрел, ничего нового, я тебе скажу, и, ну, понял, что пока вообще, как бы, рано заходить, может, что-то появится, может быть, что-то, сообщение какое-то придет. Виктор, а жену приглашаешь смотреть порно? А я так понимаю, что я здесь подследственный какой-то. Но как мужчина, это интересно. Ну, в нашей жизни были, конечно, моменты, когда мы смотрели. Но, наверное, это скорее было таким больше исключением, я так думаю. Ну, потому что, не, если знаешь, как взять, если взять в процентном отношении, сколько я смотрел один и сколько мы смотрели вместе, то это вообще просто ни о чем. Тогда вот так вот скажем. А дружина тобі не говорить, ну, можливо, треба зробити різноманіття в нашому житті. Ти думаєш, за стільки років, чого-то ми ще до не спробували? Я нічого Может не думаю, быть. Я просто Может говорю. Быть. Я тебе приглашаю посмотреть, може бути, що. Це шутка, звісно ж, да. Ну, да. Дякую, Вітечка. Дівчат, як ви гадаєте, Танюш? Ну, звісно, якщо ми говоримо о проблемі, то оно влияет. Просмотр порно, конечно, влияет. Но если мы говорим о том, что провести приятное время и, может быть, как-то расслабиться по-другому, возможно, оно даже как-то приумножает интерес сексуальный какой-то, вот интерес в паре. Я бы так сказала. То есть нужно рассматривать с разных концов. Мы сейчас о чем говорим? О проблеме концов? Это когда много мужчин, наверное, вот так рассматривают. Да. Ну, мы зрозуміли, Данюш, про що ти говориш. Нужно рассматривать с разных ракурсов тогда. Нет. Хотя и ракурс Поверь, тоже имеет значение. Именно так мы и делаем. Да, ракурс тоже имеет значение, конечно. Так, думка твоя. Ну, много факторов, в том числе, если мы говорим про просмотр порнографии, наверное, же сопровождается чаще всего и следующий процесс. Не смотри на меня, я понимаю. Не да, всегда. То есть, или же это для возбуждения просмотр в паре, либо одиночная, то есть функция просмотра порно, или же это уже количество настолько часто, что без этого мужчина, либо же женщина условно не может. Хотя статистика говорит, что мужчины все-таки больше просматривают порно, чем женщины.
Ну, ты поэтому знаешь, тут количество задачи, они имеют значение. И очень важно, в принципе, думать, зачем создается. Ведь это бизнес, и все, о чем мы будем говорить даже сегодня, важно понимать, что люди создают это все для того, чтобы зарабатывать деньги. И, соответственно, для этого нужен экшен, для этого нужен интерес, что-то необычное. А человек воспринимает это просто как процесс. Поэтому важно быть осознанным в этом моменте. А ты вважаешь, что порно не псує сексуальне життя? Абсолютно нет. Почему? А почему оно должно менять? Ну, во-первых, это... Давай так возьмем. Все есть лекарство, все есть яд. Поэтому сказать о том, что порно кому-то испортило жизнь, ну, может быть, девочкам, которые там снимались, и что-то с ними там произошло. Ну, я не знаю. Там, мы зараз говоримо не про актору. Я понял тебя, да. Ну, а почему? Как оно может испортить... Я не очень понимаю, как это может испортить жизнь обычному обывателю, который это смотрит. А мы сейчас говорим об осознанности как раз таки. То есть есть неосознанный просмотр. Ну, уяви собі, наприклад, пара, якій там по 20-25 років, вони тільки почали зустрічатися, чоловік постійно дивиться порно, він дивиться на акторок, які вони, що вони там роблять. Тобто він починає візуалізувати ті самі рухи, все, що там відбувається, на своїй дівчині. А вона цього не робить. Йому це не подобається, він її кидає, вона плаче, і тут трагедія. Ні, ну все понятно. Я понимаю, что, ну, я тебе, если честно, то я тебе не верю, но смотри. Чому ты мені почему, не віриш? Почему, как Станислав? Но я тебе хочу сказать, что женщина ведь точно так же смотрит и вообще... Девчата меньше дивляться порно, чем человеки. Какая разница, все смотрят, ты же сказала. Но сама идея, почему люди смотрят порно, вот самое такое. Неважно, семейная жизнь или не семейная жизнь. Важно разобраться, почему люди и что их в этом интересует. Ведь никто не смотрит, ну, то, что ему даже в порно неинтересно, да? Вот если я не смотрю «Индиану Джонс», который, в общем-то, мы не говорим сейчас о порно, да? Хотя для меня, вот для меня это чистое порно. Я не понимаю этот жанр, да, например. А я смотрю что-то другое, там более там, про бизнес какие-то. Мне интересно там о финансах, фильмы какие-то. Или там какие-то детективы я смотрю. Бухгалтер и, порно, и директор. То же самое, ну, наверное, это тебе виднее. Я люблю вот. Массажистка им. Так вот, видишь, ты тоже что-то любишь. И мы говорим о том, что женщина точно так же видит размеры, видит о том, что у мужчины всегда есть эрекция, о том, что он может 45 минут, условно говоря, да, и у него никогда ничего не становится на полшестого. Как бы, ну, все отлично. Почему только у мужчин такая проблема? Женщина точно так же может реагировать и думать о том, что у меня какой-то слабенький, а вот у тот черненький. Девчата, существует, да, я согласна абсолютно. То есть у женщин тоже есть какие-то предпочтения или ожидания после просмотра порно. И я надеюсь, мы, конечно, затронем эту тему. Но в любом случае, говоря о том, что эта проблема только мужская, а не женская, это неверно. И действительно говорит статистика о том, что да, мужчины на 70% просматривают порно больше, и 30% всего лишь уходит на женщин. Но, аж на 70. Да, но опять-таки есть разные задачи. Ну, задачи мужчин, задачи женщин. Тут это опять-таки нельзя все в одну как бы корзину сбросить и говорить, что это плохо, а вот это хорошо, что женщины вот такие умнички, они занимаются детьми и хозяйством, а мужчина вот такой вот подлец. Фапой, да. Да, согласен. Вот. За этим же давайте разберемся туда глубже. Весь этот процесс все-таки за удовольствие отвечает у нас мозг, да, есть кора головного мозга, в которой есть дофаминовые рецепторы. И когда, ну, допустим, мужчина просматривает этот процесс, у него идет быстрое возбуждение, идет дополнительная стимуляция, идет быстрое получение удовольствия. И тогда в реальной жизни, когда уже есть кинестетика, когда есть процесс возбуждения, это все намного дольше, ну, возможно, приятнее, то... возможно, потом уже на контрасте это совершенно другое. Если мужчина привык быстро получать удовольствие, то со временем в реальной жизни, в близости, то есть у него могут возникать и эректильная дисфункция, когда уже, вот то, что Витя говорит, полшестого. Если он привык часто получать, почему все-таки психологи, психиатры никак не могут найти эту грань, все-таки есть порноаддикция, зависимость или нету. Сейчас в перечне, опять же, классификатора болезней нету такого заболевания. Кода, который бы говорил что-то, что это расстройство
интернет-зависимость или порнозависимость. Это все списывают на нечто что-то другое. Потому что даже диагностировать очень сложно. То есть нету контрольной группы, где, допустим, парни еще ни разу не смотрели порно-видео. А для этого нужно 1000 людей, 2000 людей. Они там к подростковому возрасту уже все просматривали этот процесс. Ну, добре, от ты зараз говоришь про порнозалежність. А у вас були такі клієнти, чоловіки порнозалежні? Були, звісно. Були? Были. Есть такие, есть, конечно. И опять-таки тут... Просто тоді запитання, я не розумію. Чому чоловіки дивляться порно? Вони хочуть мастурбувати, йому не подобається секс з його коханою жінкою, або він хоче навчитися новому, пофантазувати. Я не розумію, чому. Иногда все намного проще. Как сказала коллега, это быстрая кнопка «получить удовольствие». Какое удовольствие? Тебе поряд, красиво, жінка лежить. Я хочу спросить, какое удовольствие? То есть самоудовольствие такое? Самоудовольствие. Вы считаете, что мужчины смотрят для того, чтобы... Нет, не только. Это быстрая возможность. То есть те люди, которые обращаются и говорят, что есть проблема, это уже говорит о том, что у него она действительно есть. То есть мы, когда разбираемся, да, с коллегой, мы что, первый вопрос, запрос. Вы зачем? Он говорит, у меня проблема. Я не могу больше находиться с женщиной. Я не получаю удовольствия. Вот только вот и этот момент. И это влияет на его повединку. Конечно. Это же влияет на все. На общение, на социальное общение, на круг общения. Да я тебя забыла уже, Витю тут. Нет, все хорошо, я отобьюсь в любой момент. Ну, потому что мы говорим сейчас о заболеваниях. Мы говорим о крайних каких-то. Мы не говорим об тех... 70-80 или 90% просто обыватели, которые просто смотрят. Это как зарядить аккумулятор, я могу сказать. Да? Ты зарядил аккумулятор, и машина заводится быстрее. Ты посмотрел, подзарядился и погнал в бой сразу, понимаете? А не надо там какие-то... Это тоже это разный подход, как может быть. Конечно, разный подход. Например, у меня... Ну, не все заканчивают рукоблудством, скажем так. Нет, не все. Но есть действительно такие проблемы, когда вот у меня была клиентка и женщина. У нее была зависимость на то, что она не могла сбросить свои какие-то эмоциональные перегрузки только возможностью посмотреть порно и мастурбация. Все. Других вариантов у нее не было. Но и это мы не говорим сейчас только о мужчинах. Много таких женщин, которые только таким способом могут сбросить нагрузку, как ты говоришь. Означает, что человек ее никак не... Нет, он ее удовлетворяет. Нет, в этом дело. Но есть моменты, когда это мешает социальной жизни. То есть когда это, например, накричал директор, она в офисе, стол и все. Она сидит и мастурбирует под столом, потому что одеваться серьезно? Некуда. Да. Это, кстати, сюжет для какого-то кино. Честно, да, и это проблема. То есть это реально такое бывает? Оказывается, что бывает. Бывает еще, наверное, не такое, правда? Да. Об этом мало говорят, и об этом крайне редко, что мужчина пойдет куда с таким вопросом? Он пойдет к урологу больше. Крайне редко мужчина обратится с вопросом эректильной дисфункции и по шестого к психологу. Тут в обычной другом вопросе сложно. А к сексологу тоже это сложно, вообще да? Что-то то есть стереотипное. Угу. Хотя мужчинами в том числе очень много движут и инстинктами. Есть инстинкт доказано, то есть эффекты Кулиджа, когда каждый мужчина, ему привлекательнее становится новая девушка, новая женщина, бессознательно для него это больше влечение. Это доказано и на овечках, и на обезьянках, на летучих мышах. И бессознательно... Мышках. И бессознательно мужчины могут все время эффект в порнографии видеть разного партнера, разных девушек, разных форм. Это тоже может подсаживать на какую-то зависимость. Почти все одни и те же. Да. Ты знаешь, конечно. Это то, что давно дивився порно. Я же тебе сказал, я посмотрел, ничего нового, те же. Готовался на арене, программу. Понимаешь, поэтому смысл. Молодец. Друзья, пока мы спілкуємось с нашими гостями, я пропоную подивитися нашу постійну психологічну рубрику з Анною Колєвою. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами я, психолог Анна Колєва, і сьогодні ми поговоримо про токсичних людей. Як виглядає спілкування з токсичними людьми? А виглядає воно приблизно так. Токсичні люди. Після спілкування з такими людьми виникає тривога, збентеженість, почуття провини чи навіть почуття боргу.
Вони начебто руйнують вас зсередини. Як розпізнати токсичну людину у своєму оточенні? Така людина весь час критикує вас і робить вам зауваження. Вона несе негатив, як саме найцінніше, що в неї є, і намагається втягнути вас в цей процес. Якщо така людина ваша пара, то ваше життя завжди сповнене драм, істерики, конфлікти та кризи замість обідів, сніданків та вечер. Токсичні люди весь час привертають уваги. Весь світ крутиться, здавалося, навколо їхніх, в основному, надуманих проблем. Здається, що такі люди колекціонують образи, негатив, погані події і щедро з ними діляться з оточуючими. Що ж робити? Максимально обмежте спілкування з токсичними людьми. Дайте відповідь, чого хочеться саме вам, і рухайтесь у цьому напрямку, а не задовольняйте потреби токсичних людей. Розберіться, що вас тримає в цих стосунках і чому ви не можете сказати «стоп». Навчіться регулювати спілкування та оберігайте свій особистий простір. Звільніть місце для конструктиву і власних бажань. І на сам кінець. Нещодавно відома українська журналістка Яїна Соколова в інтерв'ю заявила, що лише перемігши таку важку хворобу як рак, вона прийняла рішення позбавитися в своєму оточенні від токсичних людей. Бережіть себе і пам'ятайте, головне – атмосфера. Зараз я хочу торкнутися теми дитинства, тому що все починається, на мою думку, саме з нього. Найбільше, за статистикою, від дорослого кіно потерпають діти. Згідно з різними дослідженнями, перше знайомство з порнографією відбувається у віці від 7 до 14 років. Тож, чому відбувається так, що діти зараз у сучасному світі починають... З 7-8 років говорити найчастіше про секс і дивитися порно. І це впливає на них, вони починають думати по-іншому, тому що я знайшла ще одну цікаву інформацію. Наприклад, це офіційна інформація, деякі українські старшокласниці вважають, що довжина чоловічого статевого органа в стані ерекції 28-30 сантиметрів, а статевий акт повинен тривати 1.5 години. Тобто вони, дівчата, дивляться і розуміють, ага, отак повинно бути. Ну, на мене це є проблемою. Ну, у тебе дорослий син. Ти скільки йому зараз років? 25. 25 років. Ми з ним однолітки. І ти говорив з ним, там, коли йому було 8-9 років, що так, слухай, там, це ти не дивишся, я тобі сам розповім. Ні, нічого я такого... Ні, ти знаєш, я як-то нічого, мимо мене пройшов цей весь процес. Не можу сказати, що я прям як-то чому-то там розказував. Наверное, надо было. Такой, но я этим не занимался вообще, не рассказывал. И эта проблема с этим порно вообще как бы не стояла. Ну, я не знаю почему. Как-то мимо меня прошло это, и все нормально сейчас. Ну, все нормально. Был период, когда мы говорили, когда уже был взрослый. Но когда он был таким мальчиком маленьким, ну нет. Я вообще не считаю, что это проблема. Знаешь, моя одна знакомая спросила у сына своего, ему 9 лет, спросила, а ты смотришь порно? Он говорит, уже нет. А когда ты перестал? 8 лет я уже перестал смотреть. Понимаешь? И он, я знаю, что это осознанный был ответ. Это просто мальчик придумал. Он реально... То есть я не думаю, что это вообще какая-то проблема для детей смотреть. Они, это искаженная реальность или нет? Ну, трудно сказать. Да, я бы сказала, что это все-таки, да, действительно, Виктор прав, потому что это из семьи. То есть если в семье нормально говорить и нормально проявлять чувства отец к матери, поцелуи, обнимания, то есть нет какого-то вот запрета, что мы там за семи дверями... Да, это не должно быть во всеуслышание, как отец с мамой занимаются сексом, это не должно там прям быть вот открыто настолько, но, тем не менее, когда отец с матерью проявляют теплые чувства друг к другу, то есть они показывают, что они любят друг друга, в общем-то, всегда происходит в общении, откуда берутся дети, да, мы уже забыли о том, что они берутся из капусты, аист приносит, вот эти все сказки. Мы уже так не говорим. Мы все называем, более стремимся называть своими словами. И это правильно. Тогда происходит воспитание, и вот этот вот момент, когда дети начинают интересоваться, это происходит вот-вот гладко. Почекай, але ж дети все одно цікавляться. Конечно. Вони чують, вони говорять з однокласниками, да. Вони спілкуються з друзями. Да, но ребенок, он подходит и
спрашивает, если ему это интересно, он подойдет. Если у него нет проблем ни с отцом, ни с матерью, нет таких закрытых тем, да, которые обсуждать вообще нельзя в априори. А я помню, когда я была маленькой, мне было соромно спросить у мамы. Ты зажатая. Ну, этот стыд, он откуда-то уже сформировался. Да, значит, на каком-то вопросе, почему небо голубое, было сказано, потому что, да, и в период там почемучек, если мы говорим про половое воспитание, про психосексуальное воспитание, то в период с 3 до 6 ребенок уже начинает изучать свои половые органы, разницы между мужскими и женскими. Здесь действительно, как правильно коллега говорит, нет уже там краников, капуста, нужно называть вещи своими именами, и тогда в психике ребенка это воспринимается как норма, и тогда не будет такого сравнения. То есть важно об этом говорить. Сейчас есть массу психологических правильных книг, видео, литературу. Любой родитель, если сам не умеет говорить об этом, он может обратиться к специалистам или правильно найти эту информацию в интернете. С картинками, с показыванием того, что есть разные, мы разные, во избежание того, чтобы в подростковом возрасте было сравнение, а как правильно, вот так, или когда какие-то другие процессы физиологические. То есть превентивные меры, они ранее начинаются. Это про доверие, это про разговоры. И, возможно, в период уже, когда ребенок выходит в социальный мир, либо это школа с 6 до 9 лет, то есть важно проговорить, что да, есть такие видеофильмы, где играют актеры, что зараз это не по-настоящему. Зачитаю одну историю, яку я знайшла. Мій друг захотів, щоб його дівчина вдяглась як порнозірка і робила те саме, що робить порнозірка. Доступ до порно такий простий. У нас хлопці дивляться його у класі, на телефонах та в автобусі, і це нормально. Це ж офіційно. Мені просто цікаво, що таке оделась як порнозвізда. Во-первых, смотри, может быть, я рос совсем в другом. У нас не было интернета и не было вообще доступа к таким фильмам. Он у меня появился, этот доступ, наверное, когда мне было там 16 лет. Первый раз я посмотрел, что это такое. И в то время, когда только это все, волна эта пошла, и вот тогда было большое количество, мне кажется, тогда, может быть, я сейчас то же самое, но я не вижу этого. Много было изнасилований девчонок, именно тогда много, кто сел в тюрьму за это. И вот один случай, который я помню, это действительно, когда ребята заставили девочку одевать сапоги так, как они видели вот в порно. Ну, за это они сели всей группой на 15 лет. Но сама идея, что именно тогда осознанность и доступность этой информации сейчас, она, наоборот, мне кажется, снижает вот эту потребность одеваться как порнозвезда или что-то делать как порно. Все же, в любом случае, все это дома делают. Но все как-то пытаются разнообразить, играть в какие-то игры и так дальше. Ты так не делаешь? Ну, извини. Да, я просто, ну, не знаю. Мне кажется, все пытаются. Ну, с одной стороны, это круто. Тобто мы можем подивитися як приклад, и мы можем робити різноманіття. Надо понимать, что кто-то может, кто-то нет. И для чего ты это делаешь? Нужно понимать, что вы хотите получить именно в контакте, если это контакт. Мы сейчас говорим о здоровых, нормальных отношениях. То есть это нормально, когда просмотрели какой-то фильм интересный, что вам интересует. Опять-таки, их большая разновидность. И тут нужно находить те фильмы по интересам. Что обоим партнерам интересно в данный момент. И, соответственно, если это продолжение в игру, в какую-то, соответственно, дальше, интимное продолжение, то это да, это окей. Мы сейчас говорим о том, что легкодоступность, да, порнографии, она приводит к тому, что... опять-таки, к этим эрективным дисфункциям, к проблемам, к определенным проблемам, о которых мы большую часть замалчивают. И им некуда обратиться не говорят. Просто не говорят. Не могут. Друзі, пропоную приготувати щось смачненьке від нашого кулінарного блогера Галини Артеменко у її блозі «Жизнь вкусна». Давайте подивимось. Идеальный десерт для истинных любителей шоколада. Идеальный десерт ко дню всех влюбленных. Идеальный десерт для всех, кто не хочет долго возиться с приготовлением. Раз, два, три, и десерт ресторанного уровня на вашей тарелке. Готовим шоколадный фондан. Если интересно, продолжайте смотреть. Всем привет! Я Галина Артеменко, и сегодня на повестке дня шоколадный фондан – самый шоколадный десерт из возможных.
Если 14 февраля со своим любимым вы собираетесь отпраздновать дома, приготовьте на десерт именно шоколадный фондан. Готовится он неприлично просто, в течение нескольких минут. Я не люблю те рецепты, для которых нужно отдельно готовить сердцевину из шоколадного ганаша. Мне больше всего нравятся те варианты, для которых нужно просто смешать все ингредиенты для теста и не передержать фондан в духовке. Готовить шоколадный фондан удобнее всего вот в таких вот керамических порционных формочках. Банально удобнее его подавать. Вы просто переворачиваете все это дело на тарелку, и ваша шоколадная нежнятина не развалится и не повредится. Согласитесь, если вы готовите сразу несколько фонданов в форме вот такого плана, то риск повредить какой-то, как минимум один, 100% будет. Если же вот таких вот керамических формочек у вас нет, можно использовать какие-то керамические чашки подходящего размера. На 4 порции возьмите 160 граммов черного шоколада, 100 граммов сливочного масла, 80 граммов сахара, у меня кокосовый, но подойдет и самый обычный белый, 60 граммов муки, 4 яйца, а также немного масла и какао-порошка для отделки формочек. Формочки для выпечки смажьте сливочным маслом и щедро посыпьте какао-порошком. Делаем французскую рубашку только с какао. Порошок придаст дополнительную глубину вкусу корочки, но если эта горчинка вам не нравится, возьмите вместо какао муку. Удобнее всего подготовить формочки в начале приготовления, потому что весь остальной процесс занимает считанные минуты. Тесто, шоколад смешайте со сливочным маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке. Я использую шоколад 74%. Будьте осторожны и не перегрейте шоколад, иначе он свернется. Я топила смесь в микре, и это заняло у меня 1 минуту, в середине которой я достала миску из микроволновки и слегка перемешала шоколад с маслом, чтобы нагревание шло равномерно. Вымешайте смесь до однородности. Вбейте в глубокую миску яйца и всыпьте к яйцам сахар. Напоминаю, что использую кокосовый, но подойдет и обычный. Кокосовый сахар дополнительно придаст карамельный оттенок вкусу фондана. Ссылки на несколько вариантов оставлю в инфобоксе. Перемешайте смесь до однородности венчиком. Теперь введите в яичную основу смесь из шоколада с маслом. Перемешайте. Масса станет вязкой и похожей на шоколад. Всыпьте в тесто муку, просеяв ее через сито. Перемешайте до полной однородности. Вылейте тесто в подготовленные формочки и выпекайте при температуре 210 градусов в течение 10 минут. Достав фондан из духовки, дайте постоять ему в формочке в течение 5 минут, после чего вы без проблем извлечете его из формы. Посыпьте готовый фондан какао, дополните фруктами или ягодами, а если чистый вкус шоколада вам захочется разбавить чем-то нежным, дополните его мороженым, густым жирным йогуртом или сливками. А якщо поговорити, наприклад, про жіночі комплекси, зараз дуже багато випадків, коли жінки починають зменшувати або збільшувати статеві свої органи, або відбілювати, я тільки дізналась, відбілювати, робити їх більш світлішими. Для чого? Тому що дівчата відчувають, що вони хочуть наблизитись до цих стандартів краси статевих органів. Опять-таки, какие стандарты? Эта девочка увидела в фильме, что там все красивое, розовое. Конечно, там надо объяснить, что это, опять-таки, дело рук там, продюсера, визажиста. Кто там еще, визажисты. Да, вот эти все дела, они, конечно, производят с ними. И опять-таки, если есть такая проблема, и женщина хочет отбелить органы, да, тут тоже бизнес. Да, я бы хотела сказать о том, что приходя в косметический кабинет для того, чтобы отбелить, косметолог должен сказать, что у вас будут после этого вот такие проблемы. Вам это нужно? Но это же не говорят.
А навіщо це робити? Тобто жінка це робить вже у свідомому віці. Вона розуміє, де добре, а де ні. Не уверена, не любовь к себе. То есть здесь можно говорить очень много, что происходит вообще с женщиной в такой момент, навіть, когда она не уверена давай в спочатку, себе. Витя, конечно. Давай не, мне просто интересно, почему сразу мы говорим о неуверенности. То есть если женщина увеличивает себе грудь, она не уверена в себе. Если конечно. Она делает себе губы, она не уверена в себе. Если она там что-то себе решила отбелить, как бы... Камон, это ей, я думаю, что она смотрит на себя, и ей хочется, она видит себе идеальную картинку себя. Она себя, может быть, и любит, и такой, ну, не знаю, мне кажется... Вы правда думаете, что женщина стоит обнаженная у зеркала и думает, что у меня слишком большие половые, я думаю, я их что вряд уменьшу? Ли ей молодой человек сказал, ты такая черненькая здесь, понимаешь, и там как-то давай что-то решим. А сравнение, увидев это в ролике, там, где это припудрено, там, где это ты яркий цвет. Ты давно не смотрела цвет. Порно, там достаточно все по-разному выглядит. По-разному. Поэтому говорить о том, что она на кого-то смотрит и пытается равняться, и может быть молодой человек ей говорит, вот тебе там сиси 4-го размера, я бы тебя больше любил. Ну, тогда мы понимаем вообще, что за взаимоотношения, по большому счету. Когда человек любит, он любит, безусловно, неважно, какая грудь в данный момент у женщины. Это когда уже там что-то начинает ломаться, то, может быть, там ему хочется какую-то другую грудь подержать в руках или что-то еще. Мне кажется, вот так это происходит. Это у вас вокруг окружения довольно-таки осознанные люди, которые осознанно строят отношения. Но если мы берем более среднестатистическую семью, где нет таких глубоких, то там тогда. Совершенно это все намного проще. О, а у нее вот так, а ты не такая, она там может и туда, и сюда, а ты не умеешь, иди учись. Да? И с таким сталкиваемся, люди приходят однозначно. И обращаются конечно. Женщины, потому что неудовлетворение, потому что мужчина с этим сравнивает. Он в любом случае сравнивает. Там показывает, что она может. Там показывает многообразие. То есть там вовсю количество женщин меняется. То есть, а ты почему-то на это не соглашаешься. И, кстати, статистика говорит о том, что все-таки большинство женщин идут на определенные пластические операции. Это именно из-за того, что мужчина чем-то недоволен. То есть он говорит, как правило, когда мы говорим, например, о груди, я не буду сейчас говорить о половых органах, потому что этого я не знаю, но о груди, если мы смотрим на звезд, даже звезд вот наших шоу-бизнеса, они говорят о том, что да, увеличила грудь, потом уменьшила, потом опять увеличила, потому что что-то поменялось, потом опять уменьшила. И вот этот вот процесс, он постоянный, потому что не то, что она собой как бы недовольна, а потому что здесь там... Здесь можно с этим мужчиной там больше заработать. Он говорит, что да, сделай мне вот такую грудь, мне нравится это. Окей, хорошо, будем делать. Но опыт говорит, что если женщина идет за мужчиной таком, вот таким образом, то, в общем-то, этот мужчина ненадолго. Ну, чаще всегда всего именно так происходит. Всегда так происходит. Но дело в том, что уже женщины, делая то, мы говорим сейчас, почему ты говоришь, типа, самолюбие, любовь к себе. Да, она тут замешана. Потому что, опять-таки, это начинается все... Да, из детства. И об этом опять-таки никто не говорит. Девочка влюбляется, девочка сначала смотрит на кого-то, на где-то, что-то находит лучше, сравнивает, не такая. Я думаю, к порно это не имеет никакого отношения. Я хочу сказать, что вообще, с чего я там пытался начать, да, что почему люди смотрят порно, да, вот что, что-то их не устраивает, наверное, в этой жизни. Например, есть какие-то интересы, которые он таким образом восполняет, да, которые не может восполнить со своей там второй половиной. Ну, неважно, там это жена или девушка на данный момент, кто там еще. Но он другим, ну, таким образом он не... Но не готов с ней расставаться ради того, что вот она не готова это сделать, а он не готов с ней расставаться только из-за того, что вот это он смотрит порно и таким образом как бы компенсирует у себя вот эту потребность. Или ему хочется менять, ну, вот смена женщин все время новая. Таким образом, он не гулящий человек, он смотрит просто, таким образом он видит какое-то изменение у него происходит. Это тоже какая-то компенсация. І дивись, але ж це все потім переноситься у реальне життя. Наприклад, іде чоловік з симпатичною своєю дівчиною, вона буде натуральною, і іде дівчина поряд, просто прогулюється, у неї великі губи, груди, він все одно на неї подивиться і скаже, хотів би її. Да ладно, всі хотят, і всі говорять, хто ти її, а кому-то вона от здесь, понимаєш? Поэтому, ну, сказати о том,
что, ну, пускай смотрит. Ну, все чоловіки дивляться ужинать на інших жінок. Катя, он ужинать ходит домой в любом случае, понимаешь? Куда бы он ни смотрел, где бы он ни набирался бы какого-то там, ну, желания. Он все равно приходит туда, в семью, и там оставляет это все. Пускай он смотрит нормально. Глаза для того и даны человеку, чтобы смотреть. Он же не должен закрывать глаза, если женщина выглядит прекрасно. Почему он не должен на нее посмотреть? Точно так же женщина может посмотреть на мужчину, он красив, ну, а я пузат, например. Ну, окей, но она начинает так любить деньги. Да? Ну, вот как бы, здесь все это нормально абсолютно, когда вот так происходит. Ничего страшного, если он смотрит. Если это нормально, то это нормально, да, я согласна, например. Но для этого общество должно быть осознанным. Понятно, конечно, что если это какой-то там необразованный человек, хам, алкоголик или какой-то там, да, маргинал условно, да, мы говорим о том, что он это видит, он хочет, один сапоги будет по-другому. Ну, как бы понятно, мы говорим не о крайних случаях, мы говорим об общей массе. А общая масса, скорее всего, поступает именно так. И когда ты говоришь, он смотрит на нее, ну окей, есть, вот я тебе скажу. Це одна частина може просто подивитися, а потім друга частина буде йти і... Ну вот смотри, есть моменты, когда по большому счету вот она не может это сделать, вот жена. Я не говорю там выполнить что-то физически. Условно говоря, она худая, а ему нравятся толстые женщины. Но она не будет поправляться ради этого, чтобы вот его там удовлетворять, да? Он смотрит порно с толстушками. Что в этом плохого? Или он смотрит на какие-то... Это нормально, я тебе говорю, ну это реальная история жизни, почему нет? Он это смотрит, и все, окей. Но спит-то он со своей женой, ну и все, хорошо. Ну посмотрел, ну окей. Спит, а представил сексом занимается себе. Он с кем? С ней же он и занимается, ну понятно. Спит, я имею в виду, занимается сексом. Ну мы же взрослые ребята. Альбиночка, а твоя думка? А давайте маленький эксперимент всем. Покажите, пожалуйста, указательный палец. Все. Да? Какой я сказала показать палец? Указательный, красотка, молодец, да. Да, потому что это из-за синего слона. Когда мы говорим, то мы так и представляем. Чтобы какое бы осознанное общество не было. Смотрел на эту штуку, да, и поймался тут же, глядя. Итак, к сожалению, все, то есть какие бы мы осознанные не были, большинство мы можем видеть и потом стремление копировать, потому что это визуальный якорь, оно срабатывает. Ты просто надавила в этот момент на нас, ты сказала, понимаешь, и поэтому мы показали. Ты сманипулировала. Ну, хорошо получилось. А я не слухала, дивилась одразу. Да, да, и момент, то есть, да, я согласна, Виктор, с вами, что, безусловно, можно найти плюсы, брать из этого разнообразие, да, и тогда даже психологи рекомендуют смотреть, выключать звук потише, чтобы не было аудио вот такой эмоциональности. Смотреть. До речі, у Японии технику... зараз вже є не визуальне спостереження порно, а аудіо. Японія – це отдельное государство с отдельной вообще культурой. То есть есть доля того, что можно использовать порнографию как изучение, как разнообразие, то есть для того, чтобы действительно быстрее, возможно, войти в близость. То есть есть процесс. Но важно количество и насколько, то есть если мужчина полностью компенсирует свои все сексуальные фантазии только через просмотр, он все равно это делает определенным образом, это задействуется определенный орган, определенные движения. То есть это все очень становится в любом случае примитивно. Поэтому, как и с любым правильно ядом, сахаром, солью, важно, как он будет использовать. Но следить за тем, как партнер часто использует этот процесс для своего самоудовлетворения, важно, потому что мы, женщины, к этому ревнуют, они воспринимают это как измену, они с этим приходят потом на консультации, и, безусловно, так бывает. Для женщины это процесс измены. Для мужчины это либо снятие напряжения, или это тестостероновое утро, когда физиологический процесс. Ты краще, а я не. Да, да, и тут действительно это работа и самоощущением, самооценка женщины, в том числе это про то, что в паре нужно об этом говорить. Если мужчина говорит, что утром у меня есть это желание быстро снять напряжение, потому что физиология это дело делает, а ты в этот момент собираешь детей, то есть готовишь завтрак, и я не могу, то я буду делать это вот так. И буду там это делать 3 раза в неделю, либо давай мы найдем какую-то альтернативу этого. Просыпаться раньше. Пораньше, да. Да. То есть говорить. Но чаще всего диалога не происходит, к сожалению, в парах в большинстве. Дякую за твою думку. Відь, у нас є така традиція, що чоловік говорить наприкінці програми свою думку. На самом деле я вот выступал больше не столько там противником, сколько защитником. Я очень люблю такие позиции от противоречия какого-то идти общего. Я хочу сказать, что, наверное, все-таки порно – это вот момент вот это, который я говорил о том, что мы заряжаем этот аккумулятор для того, чтобы легче все дальше процесс шел. Каким-то образом люди смотрят для того, чтобы покрыть свои желания. Не хочу повторяться, я хочу сказать, что
в моем окружении, ну, во-первых, об этом не говорят просто так, в бане мы не собираемся и обсуждаем там порно, скажем, что кто сегодня посмотрел, какой жанр кому больше по душе. Но мне кажется, что в моем, девочки правы, там, в моем, наверное, более осознанном каком-то окружении это все, это норм. И я, честно говоря, не знаю ни одного парня, который снимает напряжение, кто бы так сказал. Я, например, вот так вот сделал, да и все. Ну, если у тебя рядом с тобой есть женщина, которую ты желаешь, почему как бы детей собирает? У нее именно эрекция, когда она детей собирает, да, почему-то это происходит. Вообще обычно это утром происходит. Утром собирает в школу. Но если сказать, не просыпаются вместе, мужчина никогда не просыпается просто так, а потом у него, он смотрит, как жена собирает детей, у него фантазия какая-то, знаешь. Ну, это странно на самом деле. Вот, поэтому рассматривать порно с точки зрения просто как для того, чтобы... не подчеркнуть что-то новое, скажем так, а какие-то закрыть свои там гештальты, которые ты не можешь закрыть со своим партнером или вообще что-то не можешь высказать. Это, вот это нормально. Если ты пытаешься порно перевести в жизнь как извращение какое-то, да, которое ты там насилуешь кого-то или там что-то, не знаю, что-то другое там происходит, это, конечно, уже такая за гранью, mm-hmm. скажем так. А то, что за гранью, всегда плохо. Ну, я думаю, що ми погодимося з думкою Віті. Я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали. І, друзі, давайте не будемо все одно забувати, що ми живемо у реальному світі, ми реально кохаємо, ми реально займаємось сексом. І найголовніше – це один одного чути та кохати один одного. І з вами обов'язково теж саме трапиться, якщо ви подивитесь на YouTube-каналі телеканалу «Вітер» нашу програму, прокоментуєте, поставите лайк, ми будемо тільки раді. І з вами було найжіночніше ток-шоу «3G плюс М». Я Катя Лунгул, на все добре, бувайте!